Продолжается эпопея. Вот тут у нас еще накрылось. Вот они, ссадинки пооставались. Вот одно уже я там почти-почти доделал. Вот, на обоих крылышках. Надо доделать. Тут как бы можно бы хотелось снять фару, залезть туда инструментом и поковырять. Ну тут облом. Чтобы снять фару, надо снять вот эту ерунду. Потом снять бампер, а чтобы снять бампер, надо снять защиту. В общем, тут надо пол машины разбирать. Поэтому я решил сделать это все клеем. Вот. Ну и вот потихонечку работаю. Потихоньку-потихоньку вмятинки выковыриваются. Не сказать, что прям легко и быстро, но вмятинки уходят. Вот, еще раз повторюсь, что тут пол машины особенно не хочется разбирать, собирать, дольше выклеится тут это все поубирать. Клеем, в принципе, все хорошо выходит. И самое интересное, не только здесь, но и вот. Вот в этих частях тоже попобило тут. Сейчас вот пришлось выдергивать эти вмятинки. Вот еще одна есть. Вот, казалось бы, на излете тут уже плоско. Вот она. И тем не менее, попобило, приходится выдергивать. Что самое интересное, сейчас вот я смотрю, желтым светит. То вот серо-коричневым. Вот, на самом деле свет, это искажение камера просто. На самом деле свет, он чуть другой. Он более мягкий, как бы более такой светлый. Камеру, как бы он более резко, более резкий. Ну, в принципе, все видно нормально. Вот. Ну, вот, чем дальше в лес, тем интереснее. Вот, теперь... Вот они, парочка, и вот тут чуть-чуть, ну вот эти две явно выраженные вмятины, и вот чуть дальше, то есть машинка побита хорошо, ничего, будем воевать потихоньку. Лишний раз убеждаешь. Не говори гоп, не успел вот эти вот обозначить, как ниже, еще вот они появились. Они как специально вылазят. Вот на вот таком кусочке, не том меньше, как ладошка, кучка таких вмятин противных. Вот. Ну а что делать? Будем их выковыривать, доставать оттуда. Маленькая сносочка, ссылочка, так сказать. Вот смотрим. Делали-делали и не доделали. Клеем. Вот видим, да? Не хочет клей уже тянуть эту ерунду. Вот. А вот такую присоску большую. Сюда вот на это ребро не поставить. Тут даже это стоит по минимуму даже на изгибах. Поэтому как бы неплохо иметь и такую лампу был вариант. Но с другой стороны можно и большую было лампу подкатить, поставить. Ну как бы вот. Есть вариант вот отсюда, где мой палец, зайти и острым крючочком вот эту тату подправить. Чуть-чуть, немножко. Вот, не хочется разбираться все из-за этой ерунды. В принципе, все там уже, что надо было, вышло. Вот, остался только вот этот вот неприятный два тычочка, которые надо острым крючком немного отдавить и все. Так что вот, хорошо, что у меня есть другая лампа с маленьким вот таким, с маленькой присоской диаметром 75. Вот, которую можно вот так поставить и доделать
свою работу. Ну, это маленькое такое учение. Как мы сами понимаем, у любого средства есть и плюсы, и минусы, поэтому как бы и разнообразие приветствуется. Когда есть выбор, есть из чего выбирать, это хорошо. Ну все, на этом крыле уже финиш, тут снимать уже нечего. Вот, а на этом еще есть тут чуть поменьше. Вот, видны. Тут, вот. Вот там, здесь, ну, как бы, поменьше, чем на том крыле. Вот, но, тем не менее, тоже вмятинки у нас отсутствуют. Будем их выдергивать. Я не стал уже ту лампу, пусть пока отдохнет. Поработаю этой.